Всем привет, это Игорь. Сегодня 1 мая 2013 года. Мы выезжаем из Москвы в Барнаул. Расстояние, которое придется преодолеть за ближайшие, ну, я надеюсь, 4 дня, 3572 километра. Мы сейчас находимся в Балашихе, поели в Макдональдсе. Выезжаем мы поздно из Москвы, сейчас 17:50, потому что пришлось потратить много времени на ГИБДД. Сейчас мы заправимся где-нибудь рядом с Москвой, где еще хороший точно бензин. По крайней мере, мы верим в это. И, собственно, двинемся на Алтай. Впереди 3572 километра. Ехали с федеральной трассы куда-то в Электрогорск, потому что страшенная пробка. Уже вечером, 1 мая, но вечер, и пробка все равно продолжается уже несколько километров. Мы едем, черти знает сколько времени, уже, наверное, часа 3, и все эти бесконечные пробки из Московской области. Вроде дорог немного ремонтируют, и мы решили поехать объездным путем, который нам предложил Navitel навигатор. Сейчас попробуем, насколько он корректен, потому что федеральная трасса сейчас вся красная на несколько километров вперед. Время 20 минут первого, мы стоим на М7, в глухой пробке, в которой никто не едет, уже все потушили фары. Несколько часов, наверное, 2 или 2,5 часа. Мы стоим, потому что впереди авария с мотоциклистом. Говорят, там насмерть, и мы пропустили две скорые, полицейскую машину. Вот, поэтому, наверное, на сегодня уже скоро нужно будет искать где-нибудь ночевку, потому что сегодня весь день ушел
на выезд из Московской области. Вот, ночуем сегодня здесь. 2000 стоит номер. Четырехместный. Тынс.